Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая с вами э, Тютя Таня. Ну, я надеюсь, что вы меня по крайней мере терпите, потому что я не рассчитываю на вашу любовь-то. Значит, сегодня модный показ, разумеется. И вы знаете, что в наших модных показах всегда участвуют те растения, которые вы просто забыли, или по какой-то причине с ними ни разу не встретились. И мы начинаем! Знаете, я себя чувствую лучше, чем э, э, господин Васильев, который ведет модный показ, модный приговор. А мои, а, а, кто это, ну да, модели, они же идеальны. Это же гармония, это красота, это цвет. И все так подобрано, что не прибавить, не убрать. Это природа придумала. И первое на подиуме, конечно, Вероника. Я вам про нее рассказывала. У меня в руках два сорта. Это Icicle, кое-как вы говоришь. и Rot Fuchs. Ну, правда, не выговорю. Вероника колосковая. Высотой оба этих куста несколько разные. Эта Вероника будет 25 сантиметров. Эта Вероника белая 60 сантиметров. Цветет она долго вырастают очень густые соцветия. И кроме вот такой формы колосковой, есть другие формы, когда каждый вот этот вот колосок, он не торчит вот так, а он, а он как будто волной, друг за друга цепляясь вот так. И это, эти растения, образуя огромные куртины, создают впечатление знаете, какой-то вечности, красивой очень. Правда, за долгое цветение, за то, что долго не сбрасываются эти цветочки, за то, что эти свечи, они бывают не только такого цвета. Поверьте, что их очень и очень много. Разнообразие цветовой гаммы просто покоряет. И если вы такие растения посадите то, опять же, те места, которые были вам неприятны на вашем дачном участке, зарастут такой красотой. И они же цветут, знаете, с, ну, с июля месяца и до самого, да, ага, снега, конечно, разумеется. Следующие цветы, которые у нас будут на подиуме, это бузульники. Поменяем местами. Значит, Веронику сюда, а бузульники сюда. Обратите внимание, да, здесь присутствует желтый цвет. Ну, какое разнообразие формы. Да, прям как у нас у женщин. Одни кругленькие помпушки, другие такие стройные, прямо свечи. Бузульники – это бузульник Прижвальского, а это бузульник, ну, разумеется, Дездемона. Не знаю уж, есть ли Ромео бузульник. Наверное, есть. Он мужского сорта. Хочу развернуть вам эти бузульники обратной стороной и показать, что этот товарищ Дездемона розовая, Видите, какие у нее очень много отростков. Они уже большие, к сожалению. Значит, они просятся куда? Да нет, еще не в сад. Они просятся в горшок или в контейнер. Значит, у этого несколько а, по-иному будет нарастать корневище. Но ну, и здесь видно, что... Вот видите, ростки, да, желтые. Это... Это хорошо, потому что я их держу в холодильнике, там достаточно почвы, она слегка увлажнена. А есть такой момент в хранении вот таких корневищ, когда температура должна поддерживаться плюс 2, плюс 3 градуса. Как только вы открываете холодильник слишком часто, они просыпаются, и процесс становится необратимым, и деваться некуда. Приходится опять покупать горшки и опять их присаживать до высадки в сад. Но эта красавица зарастет вот так: э красавец бузульник проживальского. А это будет похоже на вечные желтые ромашки. Правда, э у этой листья э похожи э несколько на дельфинюмы, у этой листья похожи на бадан. То есть у них не только в цветах разнообразие. Вот цвет одинаковый, а зато листья и форма цветка всегда разные. Вот очень рекомендую вам попробовать посадить подобные растения, и они будут долго радовать ваши глазки. Всего доброго вам и до свидания.